Zombie Apocalypse. Всем привет, с вами Влад, и сегодня я вам покажу, как включить, как подключить экранный телефон, то есть телефон к компьютеру, например, к этому большому. Правда сказать, я уже подключал, и у меня лагало. Вам понадобится такая программа MirrorOp. Ссылка на эту программу будет в описании. Короче, я вам объясню, чтобы вы правильно установили, будете говорить... Оно как-то не устанавливается. MirrorOp. Короче, заходите на сам официальный сайт. И сюда, вот именно на Store. И у вас тут написано скачать. Сюда нажимайте для Windows. И когда вы скачали, вы, короче, включаете эту программку. Вы видите вот, свое имя. И свой, кажется, IP-адрес, то есть подключение. Короче, еще для телефона, еще эта программа в телефоне тоже нужна. Она тоже так называется, MirrorOp, и вы сразу увидите эту программку. Ссылку на эту программку в Play Market я оставлю в описании. Так, ребята, эта программа у меня в телефоне есть, я вам покажу, как она работает именно в телефоне. Кажется, вы не будете видеть сейчас экран. Я сейчас запущу в телефоне мое приложение. Давайте вот этот его, вот, Sender, она как бы называется Sender. Вот у вас начинается поиск. Конечно, ключ, я вам покажу, короче, вот он ключ. Вы вставляете этот ключ, когда подключаетесь к устройству в регистрации. В общем, вот я нашел свой. Вот, короче, нажимаю, а дальше... регистр. Дальше регистр. И ввожу свой ключ. Так, ребята, я сейчас, короче, зарегистрировался и нажимаем на play. И, короче, вот, все. Вы сейчас видите... Да, вы сейчас видите вот мой экранчик. Короче, нажимаете... вот он, мой телефон. Я сейчас сделаю на полный экран. Надеюсь, вы это увидите. Так, в общем, вот. Вот он мой экранчик, большущий, только, кажется, не очень качественно. Тут даже камера будет работать. Даже камера у вас будет работать. И вот у вас вход внутрь. Ладно, но мы сейчас... Вот такая вот программка, вот прикольная. Я вам советую ее скачать. Вы можете, например, ставить камеры повсюду в вашей комнате и смотреть, проверять. Например, как следить за всеми. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте свои лайки. А с вами был Влад. Пока!